Ну что, дорогие мои, я уже и котлеты сделала, а у меня тут все равно сон продолжается. Ой-ой-ой, как спать хочется. Кусь, пошли гулять, а? Пойдем. И кашку там поешь, и котлеток я тебе в нее положу. Да ты моя злая. Да уже пойдем походим. Ну, пожалуйста. Пойдем гулять. Вставай, пошли гулять. Пойдем походим по улице. Пошли. И кушать там вкусно. Вкусно пахнет, да. Будь здоров. Кузя, пошли. Вставай. Ко мне. Ой, ты боже мой. Пошли, пошли гулять. Кусь, хорошо-то как, да, Кусь? Кусь. Ой. Пойдем, я тебе поставлю кашу. Ты ешь, моя зая. Иди, а то ты сейчас насвинячишь мне в кухне. А птички подъедят. Иди, зай, кушай. Ну что ты? Ну что ты? Маме, ну котлеты там. Да, и кашка. И три котлеты положила. Ну, как вкусненько. Зайка кушает. Да. Ну ладно, никто не возьмет. Нет. Плитка у нас зимой поотваливалась. Ой, как вкусненько. Ой, как вкусненько. С котлетками-то вообще. Да, ну ладно. Давайте посмотрим. Покажу вам, что у нас делается. У нас, видите, дорожки уже оттаяли. Кур пока не выпускал, еще холодно. Ну, я так считаю, что для кур еще холодно. Снег, конечно, поменьше стало. Ничего у нас не течет, ручьев нет, у нас участок сухой. Да, у нас такого не бывает. Вот. Ой, какая красота. Уже почти грядки оттаяли. Надо бы мне, наверное, сюда укропчику посеять. Ого, интересный вопрос. И морковку можно, я так думаю. Надо попробовать. Ну-ка. Морковку вообще под зиму можно сажать. Ой, какая красота. Тут же можно морковку уже посеять. Ну, в общем, буду развлекаться. Так. Ой, эта неделя обещает быть очень теплой, поэтому снега, наверное, растает много. Да, он чехоль орёт. Но выпускать пока нет смысла. Потому что все везде пока еще снег. Да. Дорожки хорошо уже оттаяли. У нас замечательный помощник. Зовут его Таджидин, который им помог этим дорожкам быстрее оттаять. Чуть-чуть подбивал, и они прям... И они быстрее все начали таять. Вот. Я знаю, что Таджидин, что ты смотришь видео. Привет тебе. И всей твоей семье привет. Да, не переживайте за него. Он в надежных руках у нас тут. Он молодец, работает. Еще нас и подкармливает. Плов нам такой замечательный делает. Шурпу. Лагман нам тут делал. Ну, в общем, мы тут развлекаемся. Как можем. Да. Кузика, вау, Кузя, как вкусно на свежем воздухе поесть. Кашку, котлетки. Прям очень все вкусно. Маленький свинтус. Вот сейчас бы у меня такой свинарник был бы в кухне. Да? А так воробушки прилетят, приедят. Да? Вот это вкуснота. Ой, как вкусно, Кусь. Все? Или еще будешь кушать? Ну, оставлять нельзя, конечно. Кругом враги. Кошки или птички. Да, Кузя? Ой. Посуду надо помыть. Посуда должна быть чистая, Кусь. Мама грязную не любит.
О, как все вкусненько-то. Все. Нет, не все. Ой, прям нервничаю. Нервничаю я, мам, с тобой. Ой. Вот такая вкуснота у нас. Да. Ну что, теперь погулять, Кусь. Да? Нет, нет, кур не выпускала. Ну, пойдем уже походим. Да все, ты там уже вылезал. Вот, что мы сделали. Мы деревья плодовые пообрезали. Вот, следующий у нас этап сейчас будет. Сейчас чуть-чуть еще снег поприседет. Может быть, день-два подождем. И начнем их уже опрыскивать. Опрыскивать будем мылом. И с какой-нибудь такой штукой, которая всю тлю убивает. Это один раз сделаем, а потом, когда уже бутоны такие вот наберут в себя, мы еще раз опрыскаем. Сейчас будем опрыскивать прям вот кипятком. Проливать все. Да. Сад — это сад. Он требует ухода. О, какая красота. Теперь тут хоть ходить можно. Здорово все. Опилено все здорово. Таджидин, ты молодец. Так. Ну что? Что вам еще показать? Да больше сильно показывать-то нечего. Все тут у нас оттаивает постепенно. Все у нас. Ничего нигде не плывет. Все равномерно оттаивает. Ой, Кузя там до сих пор мисочку моет. Котлеты, наверное, очень вкусные. Или каши, даже не знаю, что вкуснее. Вот. Что мы еще делали? Вот зимой мы чистили курятник, да? И прям на самый снег вот так вот разбрасывали опилки с куриным навозом. Прям на самый снег. Ничего не сгорит. А растения прям все будут счастливы. Вот. Так что мы ничего не выкидываем. Нам все вообще в хозяйстве нужно. Даже куриное, то, что от них остается. Кузь, ну ты всю вымыл вообще. Ну это ж надо так. Такие вкусные мама котлеты сделала. Да, я, кстати, видео сняла. Надо вам выставить. Очень все вкусно. Да. Ну ты посмотри-ка. Ты миску-то не съешь. Это ж надо так вкусно. Пошло дело. Сейчас по всей лестнице будем мыть. Да, Кузь? Все, да. Ну, молодец. Я поняла. Да. Снег рыхлый. Ходить по нему теперь уже тяжело. Да, Кузь? Вот сейчас еще снежка поем. Угу. Ой, носик помыть обязательно. Носик измазался. Да-да-да. Да-да-дошечки. Ой. Носик измазался, пока кушал. Ой. Ой, как хорошо-то. Все, пошел в тенек. Солнышко очень яркое. Вот. Сплошные удобрения. Сейчас зима заляжет. Ну что, собственно говоря, поел. Все хорошо, жизнь удалась. Ну все, ребята. Всем хорошего дня. Много позитива, мира, добра.
и любви. Пока. О, а это, как говорится, итог, что бывает после котлет. Ой, Кузя, Кузя. Кузь, ты что, уснул? Ну, как так можно? Ну, как так можно? Наелся котлет. Да, и прилег. Ой, Кузя, Кузя.